Нарисуй свою жизнь. Итак, всем привет. И это нарисуй свою жизнь. Сейчас. Всем привет, друзья, с вами я, Адиль, и это нарисуй свою жизнь. Так. Так. Начали. Родился я 1 июля. В 5 лет я пошел в садик. И там я встретил своих первых друзей. Мы очень любили путешествовать, ходить по заброшкам. И даже мы любили просто путешествовать. Моего телефона у меня не было, так что был только мамин. После того, как я посмотрел песню «Немецкий скорпион», я понял, люблю скорпионов. Вторая часть скоро.